Добрый день, добрый день. Я уже дома, уже разогрела ужин. Ой, сегодня доедаю вот эту картошку. Так, смотрите, какая прелесть. Это вот этот картофель, тушеный картофель с языком. Пробуйте, готовьте. Это невероятно вкусно. Это такой получается язык, просто превосходный, мягкий, нежный. Еще вот тушеный с такой картошкой, вот кто не знает, да, как вот это приготовить язык, попробуйте. Сейчас цена языка стала уже наравне с мясом, практически с курицей. Так что язык уже не деликатес. Ой, вот вы говорите, и посуда каждый день, как будто армия столуется. Вот я посуду все помыла, вон там чашечка. А, это кастрюлька. Единственное, кастрюльку не помыла. Вот опять вам, пожалуйста. Каждый день прям горы посуды. И то я прям не ем, вот как кто-то думает, тоннами там какими-то. Я вот вчера же потушила курицу. Но там, в принципе, немножко. Курица-то совсем чуть-чуть. И на пятницу уже не хватит на обед. Придется что-то делать. Смотрите, что я делаю. Многие мне пишут, говорят, Марин, что ты себя не снимаешь. Ну, также очень многие пишут, что зачем ты снимаешь себя, вот не нравится, что нечего снимать себя. Снимай лучше поближе то, что ты делаешь на столе. Поэтому не знаю, как всем угодить. Так что снимаю, как могу. Кухня у меня маленькая. Особо там камеру не разместишь, чтобы в полный рост, как говорится, войти. Ну, многим нравится смотреть, чем я занимаюсь, что делаю. Сейчас вам покажу. Еще заходила в магазин. Ой, надо быстренько, чтобы курицу-то достать. А то я занялась тут этим ужином. Уже кофе себе нагрела. Занялась этим ужином. Надо было помидорки купить. Какие-то неприлично недорогие огурцы в Пятерочке. Надо было купить. Но я что-то. Хотя я огурцы так себе. Вот огурцы так себе. Нужно подсесть на огурцы, может быть, недельку огурцы поесть. Но сейчас уже, понимаете, невкусные. Вот огурцы невкусные. Вот эти помидоры, которые я беру. Сейчас я вам, кстати, покажу покупки. Это я просто достала уже помидоры. Ну, чтобы уже нарезать быстренько себе, да, отложить их в сторону. И перчиком тоже, как обычно, присыпаю с кориандром. И кофейку сделаю. Дошла я наконец-то до Валдберриса. Забрала все с Валдберриса. Знаете, у меня там только прилично получилось. Вот, прилично получилось. Я хочу, наверное, снять, может быть, покупки на Валдберрисе отдельно. Скажите, будет ли вам интересно такие покупочки? Ну, я думаю, будет интересно. Почему-то на всех каналах все смотрят, только на моем ничего не смотрят. Кто-то и руки одни снимает, и пальцы. Кто-то вообще просто так вот продукты кладет или какие-то покупки снимает, даже руки не снимает. А вот мои почему-то видео всем поперек горла. Лицо снимать нельзя. Руки снимать тоже отказываются смотреть. Почему-то смотрят не на то, что я делаю, а смотрят все равно на меня. Ну, как-то так. Так, смотрите. Я считаю, что блогер снимает так, как ему удобно. Немножко у меня тут язычка, помидорки. Не смотрите, что тут полная тарелка. Это маленькая такая тарелка. Видите, она меньше. Ну вот. Просто когда к камере приближаешь, все кажется таким огромным. И три маленьких помидорки. Прям вот такие с перепелиное яйцо. Так, сейчас я сделаю себе кофе. Что еще? На работе сегодня заказывали пиццу. Не доели. Я урвала. В общем, ношу уже еду домой.
урвала кусок, думаю, дома приду. В общем, много заказывали, всю пиццу съели, а вот эту, в общем, это, знаете, какая острая. И кусочек остался, думаю, ну что пропадать добру? Думаю, что пропадать добру, надо нести домой. Вот. Поэтому вот так. Нашел уже пиццу домой. Сейчас с кофем. С кофем, как ее съем. Да, оставайтесь со мной. Сейчас еще покупочки буду вам показывать. Купила опять помидоры. Но мне надо было купить куриные крылья. Я же все же надеюсь, что гости до меня доедут. Вот, наконец-то. И я их угощу крылышками. Пиццу надо подогреть, пока тащила. Холодно, она холодная такая. Так, купила, что я купила? Помидоры. Я уже отсюда открыла, достала. Вот, сейчас отнесу это в холодильник. В общем, купила помидоры. Опять вот такие красненькие. Они пока по акции у нас 129 уже рублей. И купила желтые. Вот эти органза очень мне нравятся. Зимой я в основном желтые беру. Тоже желтые или черри, или вот на эти подсела. Они тоже что-то недорогие. Тоже 129 рублей вроде. Но тут 4 помидорины. В общем, вот так вот. Что осталось? Взяла воды. Просто самый-самый обычный питьевой. А то нечем запивать таблетки. Я люблю просто, когда у меня у кровати стоит. А то я уже, знаете, кипячу. В бутылочку наливаю. Это крайне неудобно. Крайне неудобно. Взяла крекер вот такой. Взяла вот такое нежное суфле. Вот. Очень вкусное. Пускай будет. Ну, это чтобы было. Как говорится, в шкафчик положить. Мало ли. И взяла куриные крылья. 2 упаковки. Взяла еще шпроты. Она мне буквально на кассе эти шпроты всучила. Я говорю, мне не надо. Не надо. Она говорит, ну возьмите что-нибудь. Говорит, на Новый год там это... Ну, в общем, шпроты. 89 рублей. Всучила она мне эти шпроты на кассе. Я говорю, ладно, давайте возьму. Ой, потому что жалко стало, что их там просят, чтобы они это продавали. И взяла куриные крылышки. Вот. Тут по килограмму. По килограмму. Так что сейчас уберу. Потом их намариную. Помою хорошо все. Продепилирую. В общем, отрежу все вот этот лишний жир. Потому что я вообще каждое крылышко пересматриваю. Все. Скоблю, чищу, отрезаю. Вот, и тем более гостям, я надеюсь, будет вкусно. Все, это убираю. Куриные крылья убираю. Надо еще завтра все купить на оливье. Вот, потому что овощи все съели. Я за тот раз гостей ждала, но не сложилось. И овощи все съели. Курицу всю съели. А оливье я же не стала так делать. Я вот картошку потушила, морковку тоже на гарнир потушила. В общем, овощи все съели. Завтра буду покупать все овощи. Хорошо, лук репчатый есть. Все, курицу вот так вот отношу. У меня, кстати, 3 килограмма. У меня еще 1 килограммчик лежит. Потому что 2 килограмма-то мы съели, а вот 1 килограммчик лежит. И вот еще 2. В общем, гостей буду угощать 3 килограммами крыльев. Но я очень люблю. Может быть, половину сделаю в этот раз в духовке. Может, даже 2 способами сделаю. Половину сделаю в духовке, а половину сделаю, вот как я вам говорила, помните, такой обалденный рецепт в аэрогриле. Вот, раньше всегда крылышки делала в аэрогриле. Вкусно же! Так что это вот все мои покупки. Я вам показала немножко, просто начала подкупать уже. И завтра куплю все на оливье. Уже все куплю. И картошку, и морковку. Все свеженькое возьму, хорошенькое. Специально даже схожу в палатку уже проверенную. Вот, все возьму хорошенькое такое. Морковочку вкусненькую. Майонез у меня будет вкусный. В общем, сделаю такое хорошее оливье. Колбаску докторскую. Огурчики. В общем, завтра надо все взять. Потому что у меня на оливье есть только яйца. Кофе сделала. Ну что, пиццу надо разогревать.
Сейчас я ее буквально на минутку хочу просто... Кофе буду еще с топленым молоком. У меня там топленое молоко есть. Посуду немножко. Считай, вот эти тарелки после ужина помыть. Вот это помыть, это я вчера готовила. И вот эту кастрюльку. Но она у меня отмокала. Это кастрюлька, в которой я язык варила. О, какая пицца. Может, ее вот так еще разрезать? А то неудобно есть. Она острая, вот эта пицца. А острая особо никто не любит. Я, если честно, тоже особо острая. Но не оставлять же, не пропадать же добру. Так что пришлось тащить. Ну, и пицца-то хорошая такая. Да, такая, смотрите, и тут начинки много. Сейчас буквально минутку ее подогрею. Все, мои хорошие, все вам показала, все вам рассказала. Покупки вроде все показала, не знаю. Простите, если что забыла. Вот, хочу сказать всем огромное спасибо за лайки, за комментарии, кто меня поддерживает. Спасибо, кто подписывается. Спасибо моим подписчикам, спасибо зрителям, которые просто заходят меня посмотреть без подписки. Если кого-то обижают мои видео, не обижайтесь. Я никого не хочу обидеть. Я просто вот такой простой человек, да, со своими какими-то недостатками. Все у меня вот так по-простому. Поэтому буду рада, если поддержите. Всем пока-пока.